Здравствуйте, новости 24 на телеканале ННТ, в студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы сегодня увидите в нашем выпуске. Жители России смогут экономить на электричестве до 40% в результате перехода оборудования на энергосберегающие технологии. Посольство США не стало комментировать невыдачу виз делегации Российской Федерации. В Министерстве труда и социального развития Дагестана прошла встреча руководителей молодежного центра «Успех» и представителей республиканских СМИ. Российская делегация должна была участвовать в российско-китайском брифинге в ООН 12 октября. Американское посольство в Москве никак не прокомментировало невыдачу виз делегации Генштаба внутренних сил России для участия в российско-китайской конференции военных в штаб-квартире ООН. Как сообщила пресс-секретарь дипведомства Мария Олсен, посольство в курсе данного факта. Однако публично обсуждать вопросы выдачи виз не в его правилах. Сколько виз США и Россия выдают друг другу? Олсен также подчеркнула, что посольство США дает приоритетное значение поездкам официальных лиц в ООН и для участия в двусторонних переговорах, передает Интерфакс. О произошедшем ранее сообщил представитель российского военного ведомства Александр Емельянов. По его словам, в брифинге России и Китая должна была участвовать делегация от Российской Федерации, возглавляемая генерал-лейтенантом Андреем Третьяковым. В России разработано 54 ГОСТа, которые помогут жителям страны сэкономить на электричестве до 40% в результате перехода оборудования на энергосберегающие технологии. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Росстандарт. По данным издания, 20 стандартов уже утвердили и до конца года предполагается принять еще 34. Они будут введены в действие в 2018 и 2019 годах. Разработанные российские ГОСТы позволят сократить потребление электричества на 35-40%. Экономными станут телевизоры, стиральные машины, холодильники и другая техника. Так, в национальном стандарте на телевизоры и мониторы предусмотрено, что мощность потребления электроэнергии у работающего телевизора диагональю экрана 21 и Full HD разрешением не должно превышать 78,8 вольт по минимальным требованиям и 58 вольт по повышенным. По факту пропажи малолетней девочки возбуждено уголовное дело. Карина Кацаурик вышла из школы и ушла в неизвестном направлении. После ее уже никто не видел. Ума Ибрагимова встретилась с родителями девочки. Уже третий день Наталья Агонова в поисках своей дочери Карины. Девочка пропала 10 октября. Обычный день. Карина вышла из школы, а после не появлялась. Причины уйти, говорит мать девочки, у нее не было. Если бы мы скандали, бы не обидно. Тоже утром она поела, какой-то дед покормил. У меня голова болела, я таблетку приняла. Она зашла в комнату и говорит: «Мамочка, мы уже с Надей поели. Уже время идти в школу, в 7:20 они выходили всегда со школы». Поцеловала, говорит: «Пожелай, что нам, ты можешь». Я говорю: «Удачи вам, солнышки». Соседи рассказывают, у девочки неординарная внешность. И, возможно, ее похитили именно из-за этого. Однако дедушка Карины такую версию не допускает. Считает дело в школе, ведь Карина училась там всего лишь месяц. Школа что-то там мутит его, не договаривают они. Что-то не договаривают. Я лично, это мое мнение. Не договаривают в плане чего? Ну, может, ее обижали, но она не признала, значит. Ни мне, ни маме, ни папе. Александр также рассказал, что еще вчера около места работы дочери был найден рюкзак с вещами пропавшей Карины. Это еще больше всех озадачило. Вчера его нашли. Весь мокрый. Вещи ее там все на месте. Я говорю: «Почему милиция не могла найти?» Я просто случайно проходила с другой внучкой. Семья Кацаурик приехала в Махачкалу в мае этого года. У Карины двое братьев и сестра, которые надеются на ее скорейшее возвращение. Ума Ибрагимова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Наметившаяся стабилизация экономики России после кризисных явлений пока не повлияла на темпы строительства жилья, отмечают эксперты аналитического центра НАФИ. В первом полугодии 2017 года объем ввода жилья продолжил снижаться, инвестиции в строительство жилья также сокращаются. Объем кредитования отрасли, хотя и показывает положительную динамику, пока недостаточен, говорится в анонсе свежего исследования экспертов. По оценке НАФИ, восприятие ситуации в отрасли ее участниками остается настороженным. При этом активность строительства концентрируется в отдельных регионах России.
Восстановление продаж новостроек приостановилось. Усиливается концентрация платежеспособного спроса на новостройки, как и активность строительства в наиболее экономически активных регионах страны. Динамика числа ипотечных сделок растет за счет вторичного рынка. Цены на рынке жилья продолжают оставаться в замороженном состоянии в ожидании положительных сдвигов в экономике. Таковы основные текущие тенденции рынка. Погорельцы рынка Ирчи-Казака вышли на очередную акцию протеста. Пикетировали предприниматели на проспекте имени Расула Гамзатова, пытаясь таким образом привлечь внимание временно исполняющего главы Дагестана Владимира Васильева. Протестные настроения погорельцев связаны с тем, что до сих пор не восстановлен рынок, сгоревший 30 марта. Начальник управления торговли Гаджимурат Абакаров, вышедший к митингующим, отметил, что сейчас определены новые сроки сдачи торговых мест. Это февраль 2018 года. Около 2000 вакансий для молодых соискателей на сегодняшний день. В Министерстве труда и социального развития Дагестана прошла встреча руководителей молодежного центра занятости «Успех» и представителей республиканских СМИ. В ходе беседы стороны обсудили вопросы трудоустройства населения. Подробнее Гамзат Нурмагомедов. За последние два года существования центра за услугами обратилось около 8 тысяч молодых людей, а трудоустроено почти 3 тысячи человек. Наиболее востребованы профессии продавца-консультанта, торгового представителя и менеджера по продажам. Средняя заработная плата варьируется от 8 до 15 тысяч рублей. К нам приходят соискатели, приходится регистрация наших соискателей, они заполняют анкету. Далее мы им предлагаем вакансии, которые у нас существуют на сегодняшний день. Вот. Если их заинтересовала эта вакансия, мы им выписываем направление. Дальше они идут к работодателям на собеседование. Для оказания содействия в трудоустройстве безработной молодежи из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проводятся специализированные ярмарки вакансии. Дважды состоялся чемпионат рабочих профессий WorldSkills и региональный турнир профессионального мастерства Abilimpics. Если мы с вами тесно сотрудничать, взаимодействовать будем, и хотя бы наше взаимодействие, я думаю, хотя бы одному человеку, если пользу пройдет, значит, мы не зря взаимодействуем. Но я так считаю, я не знаю ваше видение. То, что мы делаем вообще работу, вы же пресса, вы глаза, уши, то вашими глазами на все это смотрят же читатели ваши. Поэтому без вас наша деятельность, она так, на процентов 20 только может быть. Одно из направлений в работе центра – формирование трудовых отрядов. Молодежь получает как практические навыки, так и большой жизненный опыт. Для информирования граждан во всех социальных сетях созданы страницы центра, на которых база вакансий постоянно обновляется. Гамзат Нурмагомедов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. К другим новостям. В Дагестане проведут 6-й республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Сивинш». 14 октября в поселке Мамед-Кала Дербентского района выступят артисты азербайджанского, табасаранского, лезгинского государственных театров, представители Дербентского музыкального училища и республиканской школы циркового искусства. Фольклорный ансамбль «Корох» Хунзахского района стал обладателем Кубка межрегионального фестиваля народного творчества народов Северного Кавказа. Фестиваль под названием «Мир в радуге культур» проходил в чеченском городе Аргун. Найденный на дне моря боевой самолет героя Советского Союза Юсупа Акаева отправлен на родину летчика. Ил-2 будет отреставрирован и установлен в качестве памятника в Буйнакске. На Черноморском дне боевой самолет пролежал 73 года. Штурмовик был подбит вражеской зенитной ракетой в ноябре 1943-го. Ну и курс валюты на завтра. Доллар 57 рублей 61 копейка, евро 68 рублей 14 копеек. Смотрите наши новости и на сайте nntv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего.